В Одессу вернулись лихие 90-е. Из-за борьбы с незаконной постройкой председателю ОСМД сожгли машину. Одесситы переживают, что их может постичь та же участь. Угрозы в адрес жителей на Успенской продолжаются. Жители домов на Успенской и Морозлиевской опасаются, что с ними могут расправиться, как в 90-х. Застройщик в три раза расширяет свою территорию за счет строения общего пользования. А машину председателя ОСМД Геннадия Когана сожгли. Это уже террористический акт, на мой взгляд, потому что все признаки статьи криминальной, запугивание населения. На сегодняшний день вот жильцы трех домов, Успенская 15, Успенская 17, Морозлиевская 3, люди просто боятся уже. Охранное агентство, которое устроило стрельбу и потасовку в центре города, принадлежит застройщику. Гробов Григорий, который является якобы хозяином вот этого помещения, где идет стройка. Он является одним из учредителей компании «Олимп-Юг». Совместно с ним есть еще один учредитель – Червяков Сергей Викторович, по совместительству депутат областного совета от оппозиционного блока. По словам председателя ОСМД, полиция в этом деле бездействует. Разборки на Успенской дошли и до мэра. На аппаратном совещании Геннадий Труханов обязал лишить лицензии охранное агентство «Олимп-Юг». Ольга Китик, Ксения Терзия, Вячеслав Лаштаба, Думская ТВ.